Дорогие друзья, добрый день! Сегодня на обзоре проигрыватель виниловых дисков от компании Yamaha Music, Yamaha TTS-303. Давно ждали появления в линейке Yamaha Music проигрывателя винила, и вот, наконец-то, компания Yamaha Music выпустила три модели. Вот эту модель, она первая в линейке, категория ценовая у нее 32 тысячи рублей. Затем модель TTN-503 с поддержкой MusicCast. Ну и топовую модель GT-5000. Не хватало, честно говоря, конечно, винилового проигрывателя в ассортименте аудиотехники Yamaha. Акустика, усилители, сабвуферы, все это было, саундбары, а вот винила не было. Ну вот, наконец-то, они появились. По крайней мере, первые клиенты, кто у нас купили эти винил, отзывы были, надеюсь, они нас слышат, очень-очень положительные. Ну и, честно говоря, вот мое личное ощущение, когда я его достал, распаковал, классный аппарат. Сказать мне особо нечего. Во-первых, подключение и сборка заняло у него порядка 5 минут. Ну, очень легко все просто. Достаешь, крышка, вставляешь крепление, одеваешь опорный диск, ложишь пасик на ролик, одеваешь. Все легко. Сложности я с этим не испытал. Сейчас попробую вам это продемонстрировать. Вот так вот выглядит стол. Когда вы его достанете из коробочки, значит, вот покрытие такое под рояльный лак. 4 ножки прорезиненные. Тут алюминиевая такая. Стоит очень прочно, хорошо. 2 скорости. 33-45. Play, стоп. Винил имеет встроенный фонокорректор. Которую вы можете отключать этой клавишей. Что мне очень понравилось, инструкция на русском языке. Все понятно, расписано. Никаких сложностей. Так, опорный диск. Вот на нем пасик. Вот тут он находится. Значит, берем вот так 2 пальчиками. Так вот оттягиваем. И одеваем на ролик. Очень легко. В комплекте вот такой хедшелл с головочкой аудиотехника. Одевается тоже очень легко на тонаром. Прямой тонаром. Вот вставляем. И затягиваем. Так, в комплекте шнур питания, межблочный кабель для подключения к усилителю, ну, который лучше всего, конечно, сразу заменить. Очень хорошо, что компания Yamaha сделала его съемным. То есть, а то бывает встроенный винил и уже не поменяешь. Ветровый мат. Крышка. На нее одеваются вот такие штуки. Крепление вставляется очень просто.
У крышки вот такие резиночки. Вот такие, чтобы было аккуратно закрывать. Ничто не царапало. Вот такой замечательный аппарат. Предлагаю в следующей части обзора его послушать.